Девчонки, привет! Сейчас на сайте Faberlic с 12 по 15 сентября идет распродажа. Называется она «Красивый дом со скидкой минус 50%». Если вы зайдете в личный кабинет, то, например, на сегодня, на 13 сентября, эта новость еще доступна в самом начале новостей, то есть ее еще видно, искать не нужно. И если вы пройдете в эту новость, то там будет ссылка конкретно на те товары, которые участвуют в этой распродаже. Ну, конечно же, до 50%, там есть какие-то товары, на которые скидка составила всего лишь 10 рублей от регулярной цены каталога, но все-таки есть очень интересные вещи. Я, честно говоря, прям вам список написала, что есть в этой распродаже. Есть даже, ну, я не знаю, как это относится к красивому дому, например, клатчи, сумки, чехлы на чемодан. Ну, возможно, да, каким-то местом это можно отнести и к красивому дому, но вообще давайте, вот я, видите, здесь прям написала, что там есть в этой распродаже, страниц 10, наверное, с товаром, и там точно есть аксессуары для спорта, различные спандеры, там какие-то палки, еще там что-то. Дальше, клатчи я записала, полотенца, салфетки для уборки, салфетки бумажные, есть посуда и пластиковая, и для приготовления. Дальше есть различные аксессуары для ванны, то есть я видела там дозаторы, дальше, шторки для ванны видела, дальше силиконовые формы и изделия из силикона. Есть еще не силиконовые формы, по-моему, керамические у нас есть формы. Дальше детские часы из детской коллекции, я одни показывала для мальчиков, которые предназначены. Я показывала видео, которое снимала вместе с сыном, обзор детской линейки. Ну, не забуду, если оставлю ссылочку в описании, посмотрите именно для мальчишек, но там есть еще и для девчонок часы. Дальше креманки, стаканы, бокалы из цветного стекла, по-моему, они у нас были, это буквально недавняя коллекция. Честно, я не сравнивала цены. У меня сейчас есть в наличии только вот этот каталог новый, 14-й, и я по нему покажу сейчас, что я нашла, и цены записала, какие, да, насколько они отличаются, это я вам покажу, но на ограниченное количество товаров, потому что, ну, не все есть в каталоге, вы знаете, да, что у нас не все в каталог входит, а часть остается за каталогом на сайте. Дальше, декоративные подушки, емкости для хранения с лимончиками, их я покажу. Мешки для стирки различные, гелевые всякие штуки для обуви. Ну и что я там для себя очень полезного обнаружила, это пластыри. Тоже, казалось бы, как они относятся к красивому дому, к украшению? Ну никак, но вот они там есть. И смотрите, 799 рублей цена по каталогу. А там они заявлены за 599, то есть разница в цене, я записала, 200 рублей, это с ценой каталога. У меня со скидкой 26% в закупе 444 рубля, а для тех, у кого 20%, 479 рублей они будут. Дальше, что еще я обнаружила? Подушку с наполнителем из гречневой лузги. Я такой пользуюсь, у меня тоже есть на нее обзор, можете посмотреть, тоже оставлю ссылочку в описании, обязательно посмотрите, это просто супер-мега подушка, которой я безумно довольна, которую у меня просил сын, я все ждала, чтобы она была хотя бы чуть-чуть подешевле, но эта позиция в каталоге такая, на которую вообще редко бывают какие-то скидки-распродажи. Если на сиденье из гречневой лузги какие-то бывают распродажи, то вот, например, на подушку и на акупунктурный коврик бывают очень редко какие-либо скидки, поэтому я заказала две, одну мужу, одну сыну, и мне они обошлись, получается, смотрите, 1199 рублей это цена по каталогу, и она у нас практически не меняется, то сейчас эта подушка стоит, сколько же... В общем, 200 рублей на нее сейчас разница, получается 999 рублей она стоит сейчас по акции, на 200 рублей дешевле, то есть я на двух подушках сэкономлю 400 рублей. 740 рублей в закупе с минус 26 и с минус 20%, 799 рублей она будет стоить. Дальше, ну я уж тут просто увидела набор суджок терапии на всего лишь на 30 рублей подешевле. Так, следующее, что у нас? Акупунктурный коврик. Тоже такая позиция, которая в каталоге, ну, всегда неизменно по цене. Еще бывало, она у нас и по черной цене продавалась достаточно долго. Там она продается за 1000... В общем, на 170 рублей дешевле акупунктурный коврик стоит в этой распродаже. 1133 рубля со скидкой 26% и 1223 рубля это со скидкой
20%. Новинка Валик, которую я купила, но еще не попробовала. Я сейчас не дома, и он у меня дома. Я даже ни разу не успела на нем поспать, протестировать. 799 он стоит в каталоге, 759 на 40 рублей. Ну, все-таки, да, мы же деньги зарабатываем, нам же просто так их никто не дает. Поэтому экономия даже в 40 рублей, она очень даже приятна. Ну и сиденье с наполнением из гречневой лузги. Тоже продается на 100 рублей дешевле, получается 899 рублей в этой распродаже. И 666 закуп у меня, 719 у тех, у кого скидка 20%. Дальше листаем. Вот эти все товары есть тоже в распродаже, но не очень большая на них скидка. Самая большая получилась скидка 270 рублей на набор вот этих вот досок. И стоит он 2429, это я вам говорю цену до вашей скидки. Я не стала записывать, сколько там что стоит. В общем, 270 рублей разница вот с этой ценой. 2429 это цена, получается, каталога. Вы уж свою скидку отнимите и поймете. Дальше, кокотницы продаются на 100 рублей дешевле. Так, ну, смотрите, контейнер для хранения продуктов, вот эти вот с лимончиками, они там есть все три. Большой стоит вместо 649 579, это средний. Большой в каталоге 749, там продается за 669. И маленький в каталоге 599, там 539. Скидки не очень огромные, небольшие, но все же, да. Ну, допустим, на 60 рублей дешевле вот этот вот конверт для запекания, он тоже у нас новинка, но можно и 60 рублей сэкономить. В общем, девчонки, заходите, смотрите, до 15 сентября, ну, получается, по воскресенье, да, включительно, воскресенье это действует. Если вы еще не зарегистрированы в компании, регистрируйтесь по ссылке ниже, выполняйте условия первого шага, ну вот не конкретно этого каталога, сейчас действует другой каталог, посмотрите, там линейка Beauty Lab на оборотной стороне, выполняйте условия и еще и 250 рублей от меня получите. Куча выгод, а еще в этом каталоге работают бонусные карты, твой бонус, они выглядят вот так и начисляются за каждые 299 рублей вашей покупки, то есть все, что вы возьмете по распродаже, повлечет за собой получение вот этих карт, на них скидки до 70%, почитайте условия, и, в общем, за этот заказ вы получите просто кучу-кучу бонусов, мало того, что распродажа, если вы зарегистрируетесь только что, еще и подарок за первый заказ, 250 рублей от меня, еще и по картам скидки получите, то есть мега-мега все круто и супер выгодно. Рекомендую. Все, девчонки, бегом смотрите, бегом разбирайте, потому что какие-то позиции, возможно, я на них цен не знаю, но действительно с хорошими скидками и их точно разберут. А, кстати, еще там, знаете, были салфетки для... салфетки, тряпочки, которые у нас для протирания, для различных поверхностей, вот эти вот, в этом каталоге они будут, но этот каталог работает с 23 сентября, он сейчас еще не работает, мне другого нет вам показать, вот эти тряпочки там есть за 139 рублей, здесь нужно будет покупать любые два, то есть вас, чтобы эту цену получить, вас просят купить каких-то два продукта с вот с этого разворота, а там за 139 рублей, это я вам тоже говорю цену каталога, можно будет взять одну любую штучку и не привязываться там к покупке второй, то есть вы потратите на 10 рублей дороже, чем в этом каталоге, но возьмете одну, например, если вам вторая не нужна. Ну, вот все, что я вспомнила, регистрируйтесь, если вы еще не зарегистрированы, попадете ко мне в команду, я буду вашим помощником. Ну, на этом все, надеюсь, моя информация была вам полезной и своевременной, видимся на моем канале, всем пока!